ли на беду? У меня 7 пятниц на неделе и 13 месяцев в году. Мое небо синее в алмазах, что-то мне по жизни принесет. Я крещен, а может быть помазан. В общем, я счастливый, вот и все. Я счастливый, как никто. Я счастливый лет уж 100. Я счастливый, я не вру. Так счастливым и уйду. Я счастливый, как никто. Я счастливый лет на 100. Я счастливый, я не лгу. Так счастливым и уйду. Кто-то знает, я и сам не знаю. Где финал, тут где-то полоса, за которой лишь ворота рая, а за ними просто небеса. А пока все небо только в звездах, не во сне, причем, а наяву. Что скажу за жизнь свою я просто? Я счастливый тем, что я живу. Я счастливый, как никто. Я заказов русского радио. Есть WhatsApp, есть Telegram, есть социальные сети. Способов для связи с нами огромное количество, было бы желание. 8-916-003-105-7. Как раз в WhatsApp сейчас я нахожусь и сортирую то, что прилетело. Привет, Настюхе из Батайска, ты самая крутая девчонка. От кого не ясно, на аватарке мужчина в тельняшке. Вот что я вижу, больше ничего не вижу. Дарья из Липецка, привет. Цветочный Флоренс декор. Ты красиво собираешь букеты, они такие же красивые, как и ты. Сообщение от тайного поклонника. Ничего себе. Красиво. Красиво зашел. Здрасте, здрасте. Привет бухгалтерии 5-го сада города Сарова. Все будет хорошо, пишет нам Ольга. Поздравьте, пожалуйста, папу Игоря Авенировича Моисеева с днем рождения. Сегодня у него юбилей, 70 лет. С днем рождения тебя, папа. Счастья, света и добра. Пусть на жизненных дорогах Бог хранит тебя всегда. Дальше про мир, про радость, про любовь, про удачу. Много-много-много всего приятного. Дочь Юлия и внук Андрюша. Молодцы, мы присоединяемся. Русское радио, привет. Из Магадана нас приветствуют. Друзья, Магадан лайфу в Москву. Семиклеверу на Чукотку, Галчонку в Барнаул. Все это от леди с большой буквы. Пусть будет. Здрасте, здрасте. Хочу поздравить Александра Шевченко с днем рождения. Здоровья, любви. Всей фирме «Спектр» привет от Элхана из Симферополя. Улетела. Еще давайте вот такое прочитаем. Коллективу, пожалуйста, привет от Ларисы и Вики.
Стихи тут идут. Сейчас поймем, кому. Веселиться любишь ты, стремишься к приключениям, дотянуться до звезд, желаем без сомнения. Для кого это рэпчик-то? Пусть в твоей душе Денис. О! Огонек зажжется, побыстрее улыбнись, и радость вдруг проснется. Лариса и Вика. Все ясно. Денис, ну вы счастливчик. Для вас, девчонки, красивые рэпуют. Стол заказов. Не верь в знаки, а верь знакам. Это утопия. Гороскоп. Ретроградный Меркурий снова крутит в голове. Мысли любит, не любит, и на все один ответ. Может, это затмение или вновь пара планет. Но его сообщений все нет, 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 нет. А ты срываешься на всех вокруг. Ты не слушаешь советы подруг. Все листаешь гороскопы, а вдруг Водолей. Тельцу Скорпион снова врет, что влюблен. Только все это глупо, если ты правда любишь. Ну зачем близнецы ставят все на весы? Овен ждет Козерога, но им разная дорога. И рыбам нравятся раки, только все эти знаки одинаково любят, просто разные люди. Не зажившая рана, скроллишь ленту нон-стоп. Все опять не по плану, или врет гороскоп. И ты в пятницу одна, дома как в целом мире. Только ты и бокал вина. Один, два, три, четыре. А ты вздрагиваешь от звонков. Ты надеешься, что это любовь. Все листаешь гороскоп, а там вновь Водолей. Тельцу Скорпион снова врет, что влюблен. Только все это глупо, если ты правда любишь. Ну зачем близнецы ставят все на весы? Овен ждет Козерога, но им разная дорога. И рыбам нравятся раки, только все эти знаки одинаково любят. И что, что лето закончилось? Зато зима еще не началась. Вроде. Русское радио. Осень. Те слова, что ты сказала, словно камни бросив мне. Ни за что б не написала. И в прощальном ты письме. Зачем словами больно бьешь? И так ты уйдешь. Ты свободна вполне, и не надо вдвойне. Мне хватит. Только сами
свободна вполне. Пойми, не надо вдвойне. Мне хватит и взгляда. Ты должна рядом быть. Ты должна все простить. Выбрала ты пустые мечты. Пусть и нечаянно стала отчаянием наша любовь. В жизни не все. Не знала одна.
заказов русского радио. Итак, последняя минута. Полетели! Большущий привет девчонкам из раскройного участка Владимирской обувной фабрики от Евгении. Есть такое дело. Затем таинственное послание. Привет 900-му полку, тем, кто в командировке особенный. Подпись «Начальник». Русское радио, здравствуйте. Сотрудникам ООН «Националь» города Славянск на Кубани. Так он правильно произносится. Русское радио, здравствуйте. Прошу Сашу Смирнову пожелать отличной дороги. Саше тогда Смирнову пожелать отличной дороги. Он едет в Москву по новой трассе. Скорость высокая, удачи на дороге. И пусть музыку танцевальную какую-нибудь для него поставят, чтобы не засыпал, просит Ольга. Но это уже вы, Свете Казариновой, вот сейчас обратимся. Потому что она за музыку дальше танцевальную будет отвечать. Света, здравствуй. Здравствуй, Макс. Мне бы самой бы не заснуть. У меня стол заказов твой всегда какой-то. Киножурнал «Кем быть?». Вчера была пиццеристка, сегодня раскроенный цех. И мне сразу становится интересно, как там. Слушай, большая страна. Привет вам. Привет, привет. Оставайтесь на русском радио. И привет. Это и музыка, и новости. Все Света вам обеспечит и гарантирует. Попробуем. Ага, чао. Стол заказов. Спонсор часа ООО «СМ Клиника». Сеть медицинских центров для взрослых и детей. Работает для вас ежедневно без выходных. «СМ Клиника» для здоровья всей семьи. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Реклама. Что можно получить за 5 900 000 рублей? Если речь о новом комплексе движения Говорова от компании ФСК, то жизнь на юго-западе Москвы, просторные планировки с готовой отделкой и даже кухню со встроенной бытовой техникой под ключ. Все это входит в 5 900 000 рублей. Выгодное предложение. Стоит рассмотреть. Движение Говорова от компании ФСК. Застройщик ФСК движения. Проектная декларация на наш.дом.рф и fsk.ru. Это служба безопасности. Тинькофф Мобайл прерывает подозрительные звонки. Но если злоумышленники все-таки украдут деньги, Тинькофф их вернет. Закажи сим-карту Тинькофф Мобайл и получи бесплатную услугу по защите от телефонных мошенников. Акция «Бесплатно защитим или вернем деньги» действует 16 июня 2023 года бессрочно. Подробнее на Тинькофф.ру. Сервис предоставляет АО «Тинькофф Банк». Байкал. Сочи. Эй, в города играет не так. Это не игра. Это призы акции на АЗС «Татнефть». Заправляешься. Покупаешь что-то вкусное. И выигрываешь путешествия и другие призы. Едем на «Татнефть». Срок проведения акции с 22 августа по 24 октября 2023 года. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на promodefis.tatnefts.ru. Ежедневные трудности, переживания, страхи могут приводить к повышенному уровню кортизола, гормона стресса. В результате появляются тревожность, раздражительность, проблемы с концентрацией внимания, круг замыкают, нарушение сна. Препарат Нюрексан способствует снижению уровня кортизола, что может помочь справляться с тревожностью и улучшать качество сна. Нюрексан. Спокойного вам дня и доброй ночи. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. К 30-летию фаворита замена масел в ноль открыта. 3900. Цена для всех. Вот так мы празднуем успех. В машине масло поменять. 786-2525. Всем автовладельцам масло бизнес класса за 3900 рублей. В честь дня рождения «Фаворит Моторс». Мысли материальны. Мы слышали, что вы давно ждете. Мы с радостью сообщаем, что мы стартовали с новым проектом «Белый мыс». «Инград» представляет новый жилой квартал в Мытищах «Белый мыс». Выгодные цены на квартиры на старте продаж на inград.ru. Звоните с мобильного. Звездочка 2205. ООО «Специализированный застройщик Фортуна». Проектная декларация на наш.дом.рф. Звоните сейчас. Звездочка 2205. Русское радио представляет 27 сентября 20:00 Крокус Сити Холл. Дива Аня Лорак презентует эксклюзивную концертную программу в свой день рождения. Поздравить Ани Лорак в этот день придут Мот, Артем Качер, Филипп Киркоров и другие. 27 сентября. Крокус Сити Холл. Теплый музыкальный вечер с неповторимой Ани Лорак. Билеты на moscowshow.com. 12+. Женщина может быть загадочной. Мужчина только непонятым. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499. В ее сердце дверь сорвана с петель. Она не хотела сгорать, любя, до сегодняшнего дня. Но то ли текила укрыла так нежно ее, и оголились провода. И
в этот момент она отвечает «да». Она решила сдаться, натанцеваться с ним, поцеловаться с ним и до утра остаться. Она решила сдаться, натанцеваться с ним, поцеловаться с ним и до утра остаться. В ее сердце дверь сорвана с петель. Казалось, обычные слова, но кругом голова. И это так сильно заводит ее. Такого не было никогда. И в этот момент она отвечает «да». Она решила сдаться, предстоит узнать самим. Когда-нибудь, и может, не под этим солнцем, но все вернется, знаю, все вернется. Поймем, коль сердце не остыло, зачем все было с нами, зачем все было. В свете настольной лампы, перебирая в памяти, приму таким, как есть, все, что хотел исправить. Устав бежать, приобретать и тратить, что я возьму с собой за горизонт на закате. Сколько рук пожато, рассветов встречено, все идет по кругу, циклично, но не вечно. Однажды обязательно проснемся, чтобы ответить на все свои вопросы. Когда-нибудь, поняв, что значит быть и сколько весит наша жизнь, а завтра сможет подождать меня, пока я вдохну запах этого дня. И досмотреть бы до конца этот закат. Похоже, пазл закончен, и мне пора назад. Но сколько смог бы я взять, так мало. И мы возьмем с собою так немного. Ни золота, ни сумки с потертыми джинсами. Лишь память о любви и долгую дорогу. Нам все предстоит сложиться.
самим. Когда-нибудь, и может, не под этим солнцем, да все. Ломая тишину непослушными. Более 3000 городов вещания в России. Крупнейшая радиосеть в мире. Мы Русское радио. Больше, чем радио. Новости. На русском. В студии с новостями Василий Александров. Здравствуйте. В Москве озабочены эскалацией в Нагорном Карабахе и призывают стороны остановить кровопролитие. Об этом заявили в российском медиа. Там отметили, что поступают сообщения о начале вооруженными силами Баку антитеррористических мероприятий в регионе и ответных действий местных армянских вооруженных формирований. Москва в настоящее время осуществляет контакты по этому вопросу, в том числе с азербайджанской стороной. Ранее сегодня Министерство обороны Азербайджана объявило о проведении в Нагорном Карабахе антитеррористических мероприятий локального характера. В России пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания новым штаммом коронавируса Пирола. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. До этого специалисты ведомства уже предупреждали, что из-за сочетания новых мутаций Пирола будет заразнее уже известной разновидности коронавируса Омикрон. Ранее сегодня стало известно, что показатель заболеваемости коронавирусом в России за прошлую неделю увеличился по сравнению с предыдущей на 48%. Рост отмечен в 70 субъектах, в том числе в 13 регионах, более чем в среднем по стране. Родители дошкольников смогут бесплатно провозить детей до 7 лет на фирменных экспресс-электричках центральной пригородной пассажирской компании на отдельных местах, об этом сообщает ТАСС. Ранее дошкольники могли ездить в этих электричках бесплатно только при условии, что будут сидеть на руках у взрослых. Для бесплатного проезда ребенка на отдельном месте сопровождающим дошкольника необходимо купить ему отдельный билет. Льготный билет продадут при предъявлении в кассе свидетельства о рождении ребенка. В Германии стартует пилотный проект по введению 4-дневной рабочей недели с полной оплатой, которая осуществляется консалтинговым агентством по управлению. Работодатели на добровольной основе смогут подать заявку на участие. Предусматривается обеспечение 100% производительности труда в течение 80% времени при 100% оплате. Развитие событий менее чем через час. Новости. Новости. На русском. Руки твои.
только это осознание случается, сразу становится так легко, так классно. Здравствуйте, родные люди. Светлана Казаринова. Мне кажется, с очень правильной песни мы начали, конечно. Но серьезно, вот когда ты вдруг осознаешь, что вокруг тебя собрались исключительно те, кого ты любишь и ценишь, то как будто в таком вот счастливом коконе пребываешь. Надеюсь, именно так вы чувствуете себя, каждый раз настраиваясь на частоту русского радио. Спасибо, что вы здесь. Оставайтесь, проводим рабочий день вместе. Это вторник. Ну и просто здравствуйте. Просто здравствуй, просто как дела, наверное, так начну. Просто сказали: «Мы переезжаем в Первый Шереметьевский». Я бы еще подумал. Но они сказали: «С ипотекой 3700 рублей в месяц будет тебе новый велик». Я согласовал, не думая. Как мудро! Потому что за 3700 в месяц в ЖК «Первый Шереметьевский» от первого ДСК будет и своя школа с бассейном, и детский садик, и большая территория с велодорожками. Бывает же такое за 3700 в месяц в первом ДСК. Застройщик ДСК «Первый Шереметьевский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотека по Сбербанк. Ставка от 6%. Сумма кредита до 12 миллионов рублей до 30 лет. Действительно до 30 сентября. Она сказала: «Не знаю, кофе на ночь хорошо ли это?» Я говорю: «Ну, пожалуйста. Пожалуйста, ну у меня уже полгода кофе не было». Рекламная служба русского радио 5797799, код 499. Я бы хотел написать мегахит, но не знаю, с чего начать. Говорят, он должен звучать, даже пока город спит. Я бы хотел написать мегахит,
чтобы он тронул сердца. Несерьезно так, слегонца, скажем проще, должна быть попса. Это хитно, и он звучитно. Это хитно, это хитно, это хитно. Это хитно, и он звучитно. Это хитно, это хитно, это хитно. Я бы хотел написать мегахит, но не знаю, как он должен звучать. Говорят, он должен качать даже тех, кого жестко глючит. Я бы хотел написать мегахит, пусть один, но на все времена. Ведь мне очень поддержка нужна в виде денег, ну а пока. Это хитно, и он звучитно. Говорили, для того, чтобы звучать в прямом эфире, в мире, в любой квартире, пиши доступно с... или... или... Все хотел написать мегахит, все пытался найти слова, чтобы он был очень простым и понятным, как дважды два. Я все хотел написать мегахит, но любой искушенный взгляд, и вдруг понял, что он звучит уже 3 минуты подряд. На русском радио. Новая песня на русском. Мне мало полмира, когда я делю его лишь с тобой. Всем привет, это Настасья Самбурская, и вы слушаете мою новую песню «Полмира» на русском. Русское радио. Полмира отныне с тобою пройти мне, как тенью в ночном окне, и думать лишь о тебе, и лишь о тебе молчать. Вторые полмира оставлю в квартире закрытыми на замок, что больше уже не смог никто никогда отнять. Никто никогда отнять.
Это Настасья Самбурская на русском. А настоящие романтики верят в то, что у каждого из нас есть единственная неповторимая половинка, которую только нужно отыскать, и тогда, наконец, перестанешь чувствовать себя располовиненным, и мир твой превратится в нечто цельное и потрясающее. Ну, жизнь это опровергает, то и дело. И тем не менее, периодически мы же встречаем примеры того, как два человека абсолютно, стопроцентно подходят друг к другу при встрече и потом живут долго и счастливо. Пусть таких примеров будет больше, потому что они нам возвращают веру в романтику, и мы говорим, как Дмитрий Маликов. Мы еще встретимся. Встретимся. Надеюсь, ваша половина уже с вами, ну а если еще нет, ждать осталось недолго. Свет надо мной, ты летишь, мой мотылек. Наши страницы в тысячи книг новый день перевернет. Все стирает время, как вода. Снова привыкай. Встретимся. Сердце не хочет понять, но я разжимаю ладонь. Лети, мой мотылек. Слезы в глазах у тебя сотру на прощание, обняв и в небо самолет. Все, что не твое, ты не держи. Нам завтра надо просто дальше жить с тобой. Я знаю, как никто, все, о чем молчим. Я все возьму с собой, кроме тишины. Я знаю, как никто пролетит, как ты. Это музыка, моя история. Мы еще встретимся. Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время, в любом месте, вместе. Реклама. Представляем дизайнерский седан Jack J7. Яркий, экономичный, комфортный, высокотехнологичный Jack J7. Восходящая звезда на автомобильном небосклоне. Будь на стиле. Выбирай Jack J7. Все подробности на jackcar.ru. Ого, как много звезд на небе. Как мебели в много мебели? Да, как мебели в много мебели. О, много мебели. 410-531, Саратовская область, городской округ Саратов, село Клещевка, улица Вольская, здание 1/6, строение 2, этаж 2. УГРН 112-643-200-21-35. Лучшая ипотека в России в Альфа-банке. Держим ставки 5,6%, а лимит на новостройки увеличиваем до 30 миллионов рублей. Рассчитайте онлайн на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
Цены везде растут. А в ЖК «Новоград Павлина» растет только готовность новых корпусов. ЖК «Новоград Павлина» от МИЦ – это современный город для комфортной жизни. Лес, игровые площадки, школы, детские сады, магазины, метро «Некрасовка» – и это все от 3 миллионов 700 тысяч рублей. Квартиры в Новограде от 3 миллионов 700 тысяч рублей. Не упустите, пока цены не взлетели. 495-023-44-44. Проект «Натюрация» на сайте наш.дом.рф. Застройщик АО «Специализированный застройщик МИЦ-Инвестстрой». А в «Гиперленте» всегда выгодно. Мы снизили и держим низкие цены на 10 тысяч товаров, чтобы вы всегда могли выбрать то, что нужно именно вам. Например, кофе «Монарх» растворимый 500 граммов 949 рублей. Приложение ограниченное, действует только в «Гиперленте». Кроме «Лента Эконом». С 14 по 27 сентября. Иван! Танечка! Это я, Иван! Знаю, Семен. Любимый герой возвращается на экраны. Ну что, попался, рыженький? Ну за что мне такая многотрудная жизнь? Иван Семенов. «Большой поход». В кино с 28 сентября. 6+. А вот интересно, кто круче? Шура или Клава Кока? Лада Дэнс или Мия Бойко? Муз-ТВ представляет. «Битва поколений». Второй сезон. Новые участники, беспощадное жюри, борьба героев разных поколений еще сильнее. Ты увидишь это первым. «Битва поколений». Второй сезон. Премьера с 23 сентября. По субботам в 17:00. Только на Муз-ТВ. Категория 16+. Любовь, романтика. Да как ни крути, самая долгожданная смс-ка о том, что зарплата пришла. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499. Будет хорошо. Русское радио. Ты меня зовешь, я
здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я тебя позвал. Полетели сквозь окна, занавешенные дождем. Чтобы ты не промокла, я буду твоим плащом. Полетели сквозь стрелы, под обстрелом и под огнем. Чтобы ты не сгорела, я буду твоим дождем. Миллион шагов назад, миллион кругов и ад. Миллион веков тебя одну искал. В миллионе есть лишь миг, подаривший мне твой крик. Ты зовешь меня, чтобы я тебя позвал. Полетели сквозь окна, занавешенные дождем. Чтобы ты не промокла, я буду твоим плащом. Полетели сквозь стрелы, под обстрелом и под огнем. Чтобы ты не сгорела, я буду твоим дождем. Сквозь окна, занавешенные дождем. Чтобы ты не промокла, я буду твоим плащом. Полетели сквозь стрелы, под обстрелом и под огнем. Чтобы ты не сгорела, я буду твоим дождем. Полетели сквозь окна, занавешенные дождем. Чтобы ты не промокла, обрушили на нас. Филипп Киркоров здесь на русском. Слушай, ну после такого накала, конечно, хочется, во-первых, выдохнуть. Во-вторых, может быть, водички попить. Ну и в-третьих, чего-нибудь такого, знаете, простого, настоящего, чтобы все эти эмоции улеглись. И потом уже можно с новой силой лететь, куда вы там сегодня запланировали. Что у нас впереди? Ждем елку. Звонки появятся. Елена Севера с новой песней. Ну а пока Сергей Лазарев, а теперь «Малиновый». Я думал, будет просто тебя забыть. Уйти и тихо дверь за собой закрыть. Но каждый раз под утро заново все как будто. Где твое сердце, где мое, не отличить. Весь мир за тебя, за то, что я тебе нужен. Я думал, это любовь, но все гораздо хуже. Я в тебе глубоко, а ты во мне еще глубже. И это не ты, это я обезоружен. Сладкий вкус малины на твоих губах. Ты моя половина, свет в моих глазах. Линии на ладонь, это моя любовь. То в холод, то в огонь, а завтра будет вновь. Сладкий вкус малины на твоих губах. Ты моя половина, свет в моих глазах. Линии на ладонь, это моя любовь.
когда тебя встретил. Был абсолютно счастлив, как могут только дети. Ты как солнечный удар, перегорели провода. На все наплевать, лишь бы слышать твое «да». Опять километры, аэропорты, отели. Я так скучаю, и без тебя надоели. Это точно любовь, что же может быть хуже? Посмотри, ведь я тобой обезоружен. Сладкий вкус малины на твоих губах. Ты моя половина, свет в моих глазах. Линии на ладонь, это моя любовь. То в холод, то в огонь, а завтра будет вновь. Сладкий вкус малины. За победы свет небу ясному, что нам много лет.
все мы каждому, кто стеной стоял за свою страну. Все мы каждому за победу. Как сделать жизнь проще? Оформить полис КАСКО в Тинькофф Страховании. Рассчитываем цену полиса за одну минуту онлайн. Направляем на ремонт по КАСКО всего за час. Оформи КАСКО в Тинькофф Страховании и получай направление на ремонт всего за час. АО Тинькофф Страхование. Лицензия Банка России SI-0191. Подробности на сайте tinkoffinsurance.ru. 0+. Заботитесь о здоровье ребенка. Проверьте его в гемотест. Анализы для детей по спеццене в программе «Страна гемотест» и консультация врача в подарок. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Он может стать врачом и пойти по вашим стопам. Или кулинаром, который переосмыслит все семейные рецепты. Как вы станет химиком и дополнит таблицу Менделеева. А может, ему передастся ваша смелость, и он станет отважным летчиком или пожарным? Забота и любовь делают из приемных детей своих, очень похожих на вас. Узнайте больше об усыновлении на сайте усыновите.рф. Нацпроект «Демография». Покупайте в Е-аптеке. Дарим скидку 450 рублей на первый заказ по промокоду Е-аптека450. С Е-аптекой выгодно. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробности на сайте еаптека.ру. ООО «Е-аптека». Москва. ОГРН 114-774-663-1988. 18+. Дом.ру напоминает. Сидя в интернете дома, надевайте шлем и пристегивайте ремни. Ведь мы летим на скорости до 1 гигабита в секунду с помощью стабильного и управляемого интернета от Дом.ру. Подключайтесь сейчас. Летим. Метафора высокой скорости до 1 гигабита в секунду по тарифу мегатысяча. Технология гигабит интернет. Отключение АО «Эртелеком Холдинг» при технической возможности. Детали дом.ру. Проблемы на работе. Нет счастья в личной жизни. Постоянные напряги с деньгами. Отпусти себя, прими себя, полюби себя. Саша Бортич в главной комедии осени «Я богиня» в кино с 21 сентября, категория 16+. Все мы грустили, когда закончился сериал «Папины дочки». Он дарил нам тепло и помогал в трудных ситуациях. Девочки, пап, не вернуть конфеты. Мы находили себя в главных героях. Я никогда не писала сочинение меньше, чем на 5. И этой осенью мы ответим на главный вопрос. Что было дальше? У меня на плечах 4 дочери. И спасибо за это вашей. «Папины дочки» новые. Сегодня в 19:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет. Открыл сегодня холодильник, а там холодец дрожит. Не трясись, говорю, я за кетчупом. Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499. Поделка из Китая, клеим счастье из проталин. Это не стена, но история простая. Ты, похоже, уже там, но я все еще здесь. Между станциями метро превращаю стекло, отражающее твой свет. Забери меня куда-то вдаль, подожди меня еще чуть-чуть. Только ты расплавишь мою сталь, не давай медленно тонуть. Это будет самый лучший двигатель. Моя музыка полна тобой, мне понятно все до запятой. Я верю в чудеса, слышу все голоса, они смеются, а ты бой. Бой со мной, make some noise, а по факту мы знакомы. Знаешь,
летаешь над моим окном, подоконником, цветами. А, незначительно детали, вижу, ты не спишь, окруженная мостами. Ты уснула в кольце рек, а хотела в кольце рук. Между капель дождя посильнее руки сжав, разорвать тугих сенсор круг. Забери меня куда-то вдаль, подожди меня еще чуть-чуть. Только ты расплавишь мою сталь, не давая медленно тонуть. Это будет самый лучший движ, моя музыка полна тобой. Мне понятно все до запятой. Я верю в чудеса, слышу все голоса. Они смеются, а ты бой. Бой со мной, make some noise. А по факту мы не знакомы. Все.
если бы мы в этом плане были устроены как микроволновки, да? Оп, установил на полторы минуты, и через полторы минуты дзынь, абсолютно счастлив, все готово, доведено до идеального состояния, температуры, консистенции. Да, мы устроены несколько сложнее. С одной стороны, это плохо, с другой стороны, да хорошо, господи, но мы же в состоянии, тем не менее, пользуясь своими мозгами и умениями, найти пути к этому самому счастью. Русское радио, надеюсь, вам помогает. Светлана Казаринова. На русском радио. Все мелодии спеты, стихи все написаны. Жаль, что мы не умеем обмениваться мыслями. То ли это ветерок мои губы колышет, то ли это я кричу тебе, но ты меня не слышишь. Если хочешь остаться, останься просто так. Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах. Давно за 12, а ты еще в гостях. Ты думаешь остаться, так останься просто так. Все изъедены сплетни за долгие месяцы, и гитару давно позабыли на лестнице, и ей уже не хочется песен. На часы возмущенно глядит то, что пришел с тобой. Нет, еще не пора, постой, не уходи. Будь со мной, пой со мной, поговори со мной. Возле порога обернись невзначай. Город сегодня промок, шум на улице смолкнет. Люди придут домой под замок, под печать. За унылые окна заливает печаль. Нет, еще не пора, постой. Где же слова, где истории, фразы, где все, что не сказано. Уходишь, сжигая мосты, с тобой останется то, кому улыбаешься ты. Все мелодии спели, стихи все куплеты, поэмы написаны, теории изданы, на шоу облизаны. Остается лишь слово. Я хочу быть с тобой, жизнь прожить с тобой, жизнь любить с тобой, жить любимым тобой, каждый день жизнь делить с тобой, возвращаться домой, заправляя постель, жизнь дарить с тобой, обожать наших детей. Шум на улицах смолкнет, город промокнет. Эту мелодию тебе может быть напоет шум дождя. Обернись, уходя. Может быть, эта музыка послышится тебе во сне. Может, вся эта история приснилась мне. Может, это ветерок мои губы колышет. Может, это я кричу. Если тебе хочешь остаться, останься просто так. Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах. Давно за 12 тебе в другой район. Пусть будут все шептать утром что-нибудь соврем. Если хочешь остаться, останься просто так. Сможем мы умчаться вдаль на белых лошадях. Давно за 12 ты что-нибудь забудь. Придется возвращаться и нечаянно. Остаться, останься просто так. Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах. Давно за 12 тебе в другой район. Наступит утро, что-нибудь соврем. Если хочешь остаться, останься просто так. Сможем мы умчаться вдаль на белых лошадях. Пора разбредаться, ты что-нибудь забудь. Придется возвращаться и уснуть. Про что? Про авто. Про автомобили. Внутри и снаружи. Рассказывает Андрей Осипов. Во вторник и среду в 17:30. Про автомобили.
на русском. Реклама. Что можно получить за 5 миллионов 900 тысяч рублей? Если речь о новом комплексе движения Говорова от компании ФСК, то жизнь на юго-западе Москвы, просторные планировки с готовой отделкой и даже кухню со встроенной бытовой техникой под ключ. Все это входит в 5 миллионов 900 тысяч рублей. Выгодное предложение стоит рассмотреть. Движение Говорова от компании ФСК. Застройщик ФСК движения. Проектная декларация на наш.дом.рф и fsk.ru. Когда решил начать ремонт, уже ничто не нарушит твои планы. Воплоти их в жизнь в торговом комплексе «Каширский двор». Здесь ты найдешь товар для ремонта и отделки. Декор и мебель от мировых брендов. Каширское шоссе, 19. Легко запомнить, просто купить. Это Маша. Она совершает свой первый заказ на Аптека.ру. Со скидкой уже 12%. Успей и ты. Аптека.ру. Сервис по поиску заказа лекарств и товаров. Акция действует по 30 сентября включительно. Информацию об организаторе акции и правилах ее проведения можно узнать на сайте и в мобильном приложении Аптека.ру в разделе «Акции». Реклама 18+. Я старший советник Ван Чен. Спасибо всем автовладельцам, купившим новые машины «Фаворит Моторс». Объявляю, все автомобили с пробегом, сданные по программе «Трейдин», будут продаваться напрямую через автосалоны «Фаворит Моторс» по очень хорошим ценам. Из первых рук теперь берите авто с пробегом в «Фаворите» на сайте favorit-motors.ru. В мире так много звуков, а мне достаточно слышать, как дышит во сне мой ребенок, как закипает кофе, и по радио звучит любимая песня. Хочу слышать, как муж признается мне в любви каждый день, а вечерами я хочу слушать тишину. «Окна мелкие. Звуки моего дома». Русское радио представляет. 27 сентября, 20.00, Крокус Сити Холл. Дива Аня Лорак презентует эксклюзивную концертную программу в свой день рождения. Поздравить Аню Лорак в этот день придут Мот, Артем Качер, Филипп Киркоров и другие. 27 сентября. Крокус Сити Холл. Теплый музыкальный вечер с неповторимой Аней Лорак. Билеты на moscowshow.com. 12+. Русское радио, Музей Победы и Департамент культуры города Москвы представляют уникальный проект семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический». Каждые выходные на Поклонной горе вас ждут бесплатные экскурсии, мастер-классы, спортивные соревнования, выставки, концерты. Площадь Победы, дом 3. Место встречи изменить нельзя. Подробности на сайте Музея Победы. 0+. Русское радио представляет. Она сама пишет песни. И каждая песня – история. Ее чувственный тембр невозможно забыть. Ева Власова. Большой сольный концерт. 26 октября в Крокус Сити Холл. Все хиты и премьеры песен. Живая музыка, живой голос. Приходи, споем вместе и потанцуем вопреки. Билеты на сайте Крокус-Холл. 12+. Сначала ты думаешь, что никогда никого не полюбишь. Потом в твоей жизни появляется кот. Рекламная служба Русского радио. 5797799, код 499. Я уйду со встречи своих друзей. Вспомню о победах прошедших дней. С ног сбивает лишний бокал вина до дна. Теряй шуме ночной толпы. Как же мы порой слепы и глупы. Истину хотим отыскать в вине, забыв на миг о цене. До завтра, пока. После первого гудка так близко и далека. Десяток чужих звонков. Почему порой мы боимся слов? Только опоздав можем осознать, что мы умеем прощать. До завтра.
пока. После первого гудка так близко и далека до завтра. Пока на другом конце земли, где когда-то были мы. До завтра. С новостями Василий Александров. Здравствуйте. В Москве возобновил работу временный госпиталь для пациентов с коронавирусом в Сокольниках. Как сообщили Интерфаксу в столичном департаменте здравоохранения, это плановое мероприятие. Подобная работа является стандартной практикой для осеннего сезона. Показатели заболеваемости и госпитализации в настоящее время в несколько раз меньше, чем год назад. Между тем, как сообщает телеграм-канал «База», в коммунарке также снова открыли ковидный госпиталь. Ранее сообщалось, что заболеваемость коронавирусом в России за минувшую неделю выросла на 48%. Число госпитализаций увеличилось
увеличилось на 20%. Российское посольство в Риге следит за ситуацией с возможной депортацией россиян, постоянно проживающих в Латвии, а также оказывает консульскую и юридическую поддержку. Об этом сообщили в российском медиа. Ранее СМИ Латвии объявили, что все обладатели российских паспортов в течение недели получат письмо-уведомление о необходимости покинуть страну в течение 3 месяцев. В Москве значительно выросли продажи вторичного жилья. Как сообщили в Росреестре, вторичный рынок московского жилья в августе показал рекордное для данного месяца число переходов прав за все годы ведения статистики. Общий показатель оказался на 19% выше предыдущего августовского пика в 2020 году. В общей сложности было заключено более 110 тысяч сделок, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Москве середины до конца этой недели, согласно прогнозам, будет летняя погода, температура поднимется до плюс 25 градусов, сообщили в гидрометцентре. Наступление фактически июльской погоды ожидается с 21 сентября. Это связано с приходом теплых воздушных масс с юго-востока. В выходные будет облачно, но без осадков. А развитие событий уже менее чем через час. Новости. Новости на русском. Светлана Казаринова. Ну что, бодрый у вас вторник или не очень? Если не очень, то здесь вам самое место. Будем немножечко вас подбадривать, а может быть и не немножечко, а Настя откроет этот час и скажет, да пускай танцует, пока танцуется. Но если от нее в роли царицы это звучит немного угрожающе, то от меня вам сплошное благоволение. Просто танцуйте, если хотите. Во-первых, это полезно, во-вторых, приятно. В-третьих, заставляет окружающих вам или завидовать, или же к вам присоединиться. Все твои романы. Тяжелый вид спорта. Каждый бывший выводил из зоны комфорта. Каждый бывший тренер личностного роста. Ты стала хитрее, детка стала взрослой. И на этой дискотеке ты не плачешь под утро. Под любимые треки маскируя тушь пудры. Своё сердце обточил в острые как нож камень. И оно превратил теперь он пьяный по твоей вине. Царица, царица. Один лишь взгляд и лютый холод по спине. Он просто не может тебе не раствориться. Мальчик поплыл, мальчик попал. А как он стесняется, а как он целуется. Мальчик поплыл, прям в центре зала. Пусть он танцует. Выдох и вдох, выдох и вдох. Мальчик, дыши, ты не так уж и плох. Этой ночью все так круто, так аутентично. Ты такой милый, ты такой симпатичный. Глаза в глаза, посыпу не зам. У девочек от зависти перекосило лица. Ведь в этом зале каждый в курсе, кто тут царица. И на этой дэнс-площадке тебе больше не груз. Ты с ним вновь сыграешь в пятки, и он проиграет чувства. Он не ожидал последствий, не просчитывал риски. Ты уйдешь по-королевски и уедешь по-английски. Теперь он пьяный по твоей вине. Танцует.
все будет хорошо. Цветами небо я люблю тебя. Вечно тянется земля. Я люблю тебя. Но до неба не достанет. Небо я люблю тебя. Небо слишком высоко. Не достать рукой. Высоко, как королева звезд. Не дотронешься рукой. Ой, как высоко. И надеяться нелепо. Небо, небо, небо. Я люблю тебя, земля. И по-детски широко. Я люблю тебя. Небо открывает душу. Я люблю тебя, земля. Небо тянется к земле. Я люблю тебя. Слезы капают дождями, вырастая на заре. Я люблю тебя. Одинокими цветами. Танец, танец, танец. Ты небо, ты небо, ты небо. Скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, 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 я без тебя. Спонсор выпуска АЗС ООО «Татнефть» АЗС «Запад». На АЗС «Татнефть» вас ждут выгодные предложения, а также кофе по новой рецептуре и шедевры национальной выпечки. Ну что, посмотрим на московские дороги. По информации с Яндекс.Карт, в среднем по городу 4 балла. МКАД по внутренней от Ясенева до Ленинского проспекта 45 минут. Сочувствует трешка по внутренней стороне от проспекта Андропова до Большой Тульской улицы. За 31 минуту должны добраться. Удачи вам. Все будет, все будет. Русское радио. Русское радио. Окрашенная день, дай дню уйти спокойно. И все, что было между ними, тает. Ладони, отпитая вода, и время было мало, но мы успели точно сверить ровное дыхание. Я смотрю на тебя, а мыслям нет места. Упрямая я, а ты слишком близко. Так чего ты? Очередное желание исходит.
Продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь и я. Если вы теряетесь в догадках, кто это, что это такое красивое у вас играет, впрочем, кто это, наверняка многие узнали. Это новая песня Дмитрия Колдуна. Да, действительно красиво. «Приду без повода» так и называется. Без повода продолжаем дальше. Солнце восходит над нашей частотой. Над какой частотой, кстати, не знаю, потому что это зависит от того, в каком городе вы сейчас слушаете русское радио. Но в каком бы городе вы это ни делали, пусть вам будет хорошо. Встречаем Полину Гагарину. Я тихо поцелую тебя у огня, медленно задую свечу, и она снова ожиданий будет полна. За каплями рубина я
сложилось, но неделимы мы с тобой. Со мною рядом, я не могу тебя так долго ждать. Как быстро ночь промчалась, и губ слияний нежных мне больше никогда не испытать. Ты подойди поближе, почувствуй, что я рядом. Пойми, что никуда я не уйду. Позволь мне насладиться твоим влюбленным взглядом. Ну где еще такую я найду? Как мне сегодня хочется только с тобою рядом быть, скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому. Ближе, поговори со мной. Я так хочу услышать голос твой. Я так хочу сегодня забыть о всем с тобой, в объятиях самой нежной и родной. Подойди поближе и будь сама собой. Я не могу тебя так долго ждать. Как быстро ночь промчалась, а нам еще с тобою еще о многом нужно помечтать. Мне сегодня хочется только с тобою рядом быть, скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежно рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому. Русское радио. Все будет хорошо. Любить это отдавать, любить это отдаваться, любить уметь прощать, когда другие прощаются. Любить это не назло, любить всегда во имя. И знаешь, ты мое все, важнее целого мира. Ты просто в мыслях моих каждую секунду. Я так хочу, чтобы ты рядом был всегда. Схожу с ума, просто сжимаю. Теперь тебя забыть. Разве я смогу взять и разлюбить? Ты же знаешь, не оставлю никогда. Ты же мой рассвет, ты же мой закат. Я могу тебя забыть, чтобы найти, чтобы заново с тобой с ума сойти. Я могу тебя оставить лишь себе. Любить это отдавать, любить это отдаваться, любить уметь прощать, когда другие прощаются. Любить это не назло, любить всегда во имя. И знаешь, ты мое все, важнее целого мира. Ты мое все, важнее ты. Так бывает смотреть, да, когда на сцене два человека, и они поют друг другу вот такие вот прочувствованные вещи, и ты смотришь, ты слушаешь, и ты веришь, что их действительно связывает что-то неповторимое. Ну, когда как, когда как. Что-то неповторимое в большинстве случаев — это все-таки творческий союз. Но если впечатление произвести удалось, значит, песня получилась. Бахти и Туркен на русском только что. Впереди у нас небольшой скандал, но еще раньше мы уйдем вовне зоны доступа, так что, надеюсь, никто не пострадает. Ждем Марковский, город 312, это совсем скоро, а пока Ассорти делают нам красиво. Красивая любовь.
переключается на звук. На расстоянии выстрела рассчитывать бессмысленно, что истина не выскользнет из рук и не порвется бесконечный круг. Вне зоны доступа мы не опознаны, вне зоны доступа мы дышим воздухом. Вне зоны доступа вполне осознанно, вне зоны доступа мы. Вне зоны доступа мы. Вне зоны доступа. Совсем не обязательно ждать помощи спасателей. Два шага по касательной наверх. Две жизни до сбежения и до изнеможения, скрыв местоположение от всех. Незримые за полосой помех. Вне зоны доступа мы не опознаны, вне зоны доступа мы дышим воздухом. Вне зоны доступа вполне осознанно, вне зоны доступа мы. Вне зоны доступа мы. Вне зоны доступа. Лишний твой бокал заново.
Бокалов еще не пришло, не говоря уж о лишних, у нас рабочий день. Хотя, знаете, не везде и не у всех вот так вот сидишь посреди рабочего дня, посреди какого-нибудь сложного процесса с неразрешимой задачей один на один, и вдруг мысль, а ведь у кого-то рабочий день уже окончен. Ну, немножечко можно позавидовать, но ничего, немного осталось, добредем, доползем, дотянем, или у меня есть еще для вас лучший глагол – долетим. Пусть откроется второе дыхание, и время пойдет незаметно. Слайд в темное и ничего. Я все отдам за него. Открою. Так пусто мне, как никогда. С неба по дизайнерский седан Jack J7. Яркий, экономичный, комфортный. Высокотехнологичный Jack J7. Восходящая звезда на автомобильном небосклоне. Будь на стиле. Выбирай Jack J7. Все подробности на jackcar.ru. Только в сентябре. Дарим акции новым инвесторам. Откройте счет для инвестиций в Альфа-банке и получите 10 акций крупных российских компаний за первую сделку. АО «Альфа-банк». Эмотоцин не тормозит, продается без рецепта. Эмотоцин БАТ не является лекарством.
можно ли делить на ноль? Делить нельзя, а делиться можно. Только в сентябре делимся настоящей рассрочкой 0% на кроссоверы Cherry Tiggo от производителя. Теперь до 78 месяцев. Cherry Tiggo 4 Pro. Высокотехнологичный, инновационный, надежный. Идеальный сплав стиля и технологий. Только до 30 сентября. Cherry Tiggo 4 Pro от 1 979 900 рублей. Все круто! Мы на Cherry! Cherry. Fun to drive. Выпускник действительно до 30 сентября 2023 года. Финансовый партнер Баусов Комбанк. Лицензия ЦБРФ номер 563. Не оферта. Саша Буртич. Скажи, я богиня. Я богиня. Не верим. Я богиня! Да! Главная комедия осени. «Я богиня». В кино с 21 сентября. Категория 16+. Все мы грустили, когда закончился сериал «Папины дочки». Он дарил нам тепло и помогал в трудных ситуациях. Девочки, как мне вернуть конфеты? Мы находили себя в главных героях. Я никогда не писала сочинение меньше, чем на 5. И этой осенью мы ответим на главный вопрос. Что было дальше? У меня на плечах 4 дочери. И спасибо за это вашей. «Папины дочки» новые. Сегодня в 19.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет. Иван! Дадечка, это я, Иван! Знаю, Семен. Его ждали, и он возвращается. Контролёрихи! Касимся! Как вы делаете? Вы все курите! А мне кажется, очень смешно. Иван Семенов. Большой поход. Кино с 28 сентября. 6+. А вот интересно, кто круче? Шура или Клава Кока? Лада Дэнс или Мия Бойко? Муз-ТВ представляет. «Битва поколений». Второй сезон. Новые участники, беспощадное жюри. Борьба героев разных поколений еще сильнее. Ты увидишь это первым. «Битва поколений». Второй сезон. Премьера с 23 сентября. По субботам в 17.00. Только на Муз-ТВ. Категория 16+. Оформи карту болельщика на госуслугах. Карта болельщика – это электронный сервис для комфортного и безопасного посещения футбольных матчей. Номер карты нужен для покупки билетов и абонементов на игры Российской премьер-лиги и финал Кубка России по футболу. Сервис действует на стадионах всех клубов РПЛ. Получи карту болельщика и болей футболом на стадионе. 0+. В России только один запрещающий дорожный знак – бетонный блок. Рекламная служба русского радио 5797799, код 499. Необыкновенная, моя сокровенная, законом моим всем вопреки, навеки твой пленный я. Необыкновенная, моя сокровенная, законом моим.
обыкновенная. Новая песня на русском. Не отпускай меня, давай вместе. Помнишь, как мы честно под наши песни? Не отпускай меня, внизу бездна. А я не боюсь, я с тобой весь путь. Привет, я Маша Вебер, и ты слушаешь мою новую песню «Не отпускай» на русском. Русское радио. Ставлю за гранью разбитые силуэты. Я слышу запах твоих духов, помню, что стало ветром. Подари мне просто свою любовь, больше не надо лишних слов. Знаю, что ты ко всему готов и быть рядом. Время останови, давай просто помолчим. Нечего нам делить, я тебя знаю. Отпускай меня, давай вместе. Помнишь, как мы честно под наши песни? Не отпускай меня, внизу бездна. А я не боюсь, я с тобой весь путь. Не отпускай меня, давай вместе. Помнишь, как мы честно под наши песни? Не отпускай меня, внизу бездна. Только с тобой я сильна навечно. Пускай все завидуют нашим любви объятиям, что скрыто от глаз чужих, оставим с тобой за кадром. Просто посмотри я в твои глаза, не отпускай, не смотри назад. Знаю, что ты по моим следам, а я рядом. Время останови, давай просто помолчи. Нечего нам делить, я тебя знаю. Не отпускай меня, давай вместе. Помнишь, как мы честно под наши песни? Не отпускай меня, внизу бездна. А я не боюсь, я с тобой весь путь. Не отпускай меня, давай вместе. Помнишь, как мы честно под наши песни? Не отпускай меня, внизу бездна. Только с тобой я сильна навечно. Нашел свое, то нужно, конечно же, держаться крепче и не отпускать. Маша Вебер, это ее новая песня. Не забывайте, что за новинки, которые вам действительно понравились, вы голосуете у нас на сайте rusradio.ru в разделе «Золотой граммофон». Ну а потом мы находим эти песни в главном хит-параде страны. Желаем Маше удачи, а вам вперед на сайт. Светлана Казаринова на русском радио. Спонсор выпуска ООО «СМ Клиника». Сеть медицинских центров для взрослых и детей. Работает для вас ежедневно без выходных. «СМ Клиника» для здоровья всей семьи. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Никаких противопоказаний к нашей погоде нет. Она волшебная абсолютно. Сегодня 20, завтра теплее. Завтра 24, в пятницу 24. В субботу и воскресенье обещают нам 26 градусов. Просто какой-то фантастический сентябрь у нас в этом году. Реклама. Ежедневные трудности, переживания, страхи могут приводить к повышенному уровню кортизола, гормона стресса. В результате появляется тревожность, раздражительность, проблемы с концентрацией внимания, круг замыкают, нарушение сна. Препарат Нюрексан способствует снижению уровня кортизола, что может помочь справляться с тревожностью и улучшать качество сна. Нюрексан. Спокойного вам дня и доброй ночи. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. В мире так много звуков, а мне достаточно слышать, как дышит во сне мой ребенок, как закипает кофе, и по радио звучит любимая песня. Хочу слышать, как муж признается мне в любви каждый день, а вечерами я хочу слушать тишину.
Окна мелкие. Звуки моего дома. Уделяйте внимание здоровью. Приходите в СМ-клиника. Сеть медицинских центров для взрослых и детей. СМ-клиника. Для здоровья всей семьи. Работаем ежедневно, без выходных. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Байкал. Сочи. Эй, в города играет не так. Это не игра. Это призы акции на АЗС «Татнефть». Заправляешься. Покупаешь что-то вкусное. И выигрываешь путешествия и другие призы. Едем на «Татнефть». Срок проведения акции с 22 августа по 24 октября 2023 года. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на промо-девиз «Татнефть.ру». Стань самозанятым курьером и доставляй заказы «Озон». Получай от 120 до 250 тысяч рублей. С нас поддержка и автомобиль, если нет своего. Звони по телефону звездочка 5062, звездочка 5062. Звонок бесплатный. ООО «Интернет-решение» 123-112 Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 102-773-924-47-41. К 30-летию фаворита замена масел в ноль открыта. 3900 – цена для всех. Вот так мы празднуем успех. В машине масло поменять. 786-2525. Всем автовладельцам масло бизнес-класса за 3900 рублей. В честь дня рождения «Фаворит Моторс». Русское радио представляет. 27 сентября, 20.00. Кроку Сити Холл. Дива Аня Лорак презентует эксклюзивную концертную программу в свой день рождения. Поздравить Ани Лорак в этот день придут Мот, Артем Качер, Филипп Киркоров и другие. 27 сентября. Крокус Сити Холл. Теплый музыкальный вечер с неповторимой Ани Лорак. Билеты на moscowshow.com. 12+. 25 сентября. Беспринципные чтения. Дом музыки. Виктория Исакова, Гоша Куценко и Александр Цыпкин с программой «The Best» за 2022-2023 год. Со сцены прозвучат лучшие за это время произведения и кое-что из неопубликованных рассказов. «Беспринципные чтения» – один из самых нашумевших литературно-театральных проектов страны. До встречи 25 сентября. Билеты на ticketland.ru и в кассе Дома музыки. 16+. Раз в неделю я устраиваю себе заслуженный отдых, а остальные 6 раз незаслуженный. Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499. Метель, метель, почему же он тебе не придет? Молиться ты о нем не устанешь, в руках его снежинкой растаешь. Метель возьмет все твои чувства и к нему несет. Вчера ты обнимала за плечи, а утром прошептала до встречи. Белый снег декабря просто не знает, как ты замерзаешь. И ни свет, ни заря, он уезжает, ты провожаешь. Белый снег декабря, время настанет, но не растает любовь. Дожди, может, после он вернется, дождись. Ты стала снова верить в приметы, ты ищешь на вопросы ответы. 100 лет, 100 зим, ты о нем, ты по нему, ты за ним. Но прошлое снега засыпают, он где-то без тебя замерзает. Белый снег декабря просто не знает, как ты замерзаешь. И ни свет, ни заря, он уезжает, ты провожаешь.
будет любовь. Русское радио. Так без тебя время тянется. Мы с тобой друг на друга похожи. Я знаю, дальше по-другому не сможем. Но все пути назад напоминают бред. Я обниму и останется только след поцелуя на коже. Ты хочешь думать обо мне, я тоже. Найти твои глаза и закричать в ответ. Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет. Что ты наделал, если небо мое синее плачет? Значит, я без тебя. Без тебя меня нет. Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет. Что ты наделал, если небо мое синее плачет? Значит, я без тебя. Замечая, доверилась, и себя я за это ругаю. Забыла правила, но все же играю. Так близко ты сейчас, все решено давно. Прятала мысли, надеялась, что пройдет, но теперь я другая. Я за тобою по опасному краю. Иду как в первый раз, ведь знаю все равно. Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет. Что ты наделал, если небо мое синее плачет? Значит, я без тебя. Без тебя меня нет. Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет. Что ты наделал, если небо мое синее плачет? Значит, я без тебя. Без тебя меня нет. Тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет. Что ты наделал, если небо мое синее плачет? Значит, я без тебя. Без тебя меня нет. Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет. Что ты наделал, если небо мое синее плачет? Значит, я без тебя. Без тебя меня нет. Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет. Что ты наделал, если небо мое синее плачет? Значит, я без тебя. Без тебя меня нет. Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет. Что ты наделал, если небо мое синее плачет? Значит, я без тебя. Без тебя. Более 3000 городов вещания в России. Крупнейшая радиосеть в мире. Мы – Русское радио. Больше, чем радио. Новости на русском. Здравствуйте, в студии Вячеслав Цыба. В России в два раза увеличится штраф за нарушение охраны труда с 5 до 10 тысяч рублей. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении. Речь идет об охране труда людей, занятых на вредных и опасных работах, например, шахтеров. Минтруд выступил с такой инициативой еще весной. Эксперты тогда отмечали, что штрафы за нарушение охраны труда все равно останутся слишком маленькими. И в том числе незаконные шахтерские переработки, которые зачастую становятся причиной масштабных аварий, никуда не денутся. По словам экспертов, эффективными могли бы стать только оборотные штрафы. Минюст предложил смягчить ответственность за нарушение авторских прав. Ведомство разработало законопроект, который позволит декриминализировать около четверти таких преступлений. Сейчас они в основном связаны с правами на российское программное обеспечение. Эксперты, опрошенные газетой «Коммерсант», опасаются, что предложение Министерства юстиции позволит нарушителям уходить от ответственности.
В России каждая третья жалоба на врачей приводит к уголовному преследованию. За прошлый год обвинения были предъявлены почти 200 медработникам, и только 19 из них смогли получить оправдательный приговор. Об этом рассказали в отделе Следственного комитета по раскрытию врачебных ошибок. Там отметили, что в последнее время наблюдается пациентский экстремизм, когда больные жалуются на врачей по любому поводу, рассчитывая получить от медицинского учреждения деньги. Ну и последнее. У россиян вырос индекс трудового самочувствия. Число людей, уверенных, что их не уволят с нынешнего места работы, превысило 40%. Это рекорд с 2021 года. Меньше всего увольнения боятся продавцы и рабочий персонал. За год количество вакансий в этих двух сферах выросло на 50-60%, пишет РБК. Наибольшую тревогу по поводу потери работы испытывают люди искусства и, как это ни странно, айтишники. Они считают поиск новой работы сложной задачей. Развитие событий в следующих выпусках ближайшие менее чем через час. Вячеслав Цыба, служба новостей. Новости. Новости на русском. Спонсор часа ООО «Лаборатория Гемотест». Программа проверки здоровья «Страна Гемотест». Комплексные чекапы для взрослых и детей по специальной цене и консультация врача в подарок. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Повторить. Вот не нужно просто повторять, понимаете? То, что уже однажды сделало вас счастливым, нужно сохранить свою память и нести через всю жизнь. А в следующий раз попытаться достичь счастья уже совершенно новыми путями и способами. И пусть у вас все обязательно получится. Светлана Казаринова. Как
там сегодня индекс вашего трудового самочувствия. Из новостей узнала, что, оказывается, он тем выше, чем меньше вы боитесь, что вас уволят. А я думала, что индекс трудового самочувствия – это просто как вы себя чувствуете сегодня на рабочем месте. Ух, прям горы могу свернуть. Но если можете, то в оставшиеся чуть меньше часа сверните еще парочку гор, а там и отдыхать. Отправимся вместе. Это «Русское радио». Спасибо, что вы здесь. Оставайтесь. Я встречаю тебя редко теперь. Это так жаль. Сложилось у нас, я улыбнусь, пусть так и будет, пусть. Для прогулок час не праздничный, я не увижу тебя. Твой малыш растет не по годам и уже читает по слогам. Озорной и добрый мальчуган, твой малыш. И когда с ним за руку идешь, то счастливей в мире не найдешь. Мог бы на меня он быть похож, твой малыш. Облака, облака, в городе дождь, прошлого не вернешь. Облака, облака, мимо плывут, где-то их тоже ждут. Для прогулок час не праздничный, я не увижу тебя. Твой малыш растет не по годам и уже читает по слогам. Озорной и добрый мальчуган, твой малыш. И когда с ним за руку идешь, то счастливей в мире не найдешь. Мог бы на меня он быть похож, твой малыш. Растет не по годам и уже читает по слогам. Озорной добрый мальчуган, твой малыш. И когда с ним за руку идешь, то счастливей в мире не найдешь. Мог бы на меня быть похож. Спонсор выпуска ЗАО «Торговый комплекс Каширский двор». Делаете ремонт или выбираете новую мебель? Здесь есть все. Торговый комплекс Каширский двор. Большой выбор, доступные цены. Каширское шоссе 19. 4 балла на московских дорогах. Это в среднем по информации с Яндекс.Карты. Больше получаса нигде. МКАД по Внешнего Сколковского шоссе до Ленинского 27 минут. Варшавка от Нахимовского до Балаклавского проспекта 19 минут. Большая Лубянка и Сретенка от Лубянской площади до Садового 16 минут. Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама. Если бы родители просто сказали: «Мы переезжаем в Первый Шереметьевский», я бы еще подумал. Но они сказали: «С ипотекой 3700 рублей в месяц будет тебе новый велик». Я согласовал, не думая. Как мудро! Потому что за 3700 в месяц в ЖК «Первый Шереметьевский» от 1 ДСК будет и своя школа с бассейном, и детский садик, и большая территория с велодорожками. Бывает же такое за 3700 в месяц в первом ДСК. Застройщик ДСК «Первый Шереметьевский». Проектная декларация на наш.дом.ру. Ипотека «Полсбербанк». Ставка от 6%. Сумма кредита до 12 миллионов рублей до 30 лет. Действительно до 30 сентября. Маша, пора в садик. Мама, еще 5 минут. У нас же теперь садик прямо во дворе. Семейный жилой квартал «I Love» в Останкино со своим детским садом. Квартиры рядом с метро «Алексеевская» от 11 миллионов 400 тысяч рублей. «I Love» –
счастье вместе. Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Промсоюз». Проектная декларация на наш.дом.рф. Уделяйте внимание здоровью. Приходите в СМ-клиника. Сеть медицинских центров для взрослых и детей. СМ-клиника. Для здоровья всей семьи. Работаем ежедневно, без выходных. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. В семейном квартале «Вейв» много чего есть. Есть метро в пешей доступности, панорамные виды на Москву-реку и парк Царицына, свой ландшафтный парк на набережной, двухуровневое пространство двора и дизайнерское лобби. А чего тогда нет? Нет процентов при покупке квартиры в рассрочку. Квартиры с отделкой и без в семейном квартале «Вейв» в рассрочку без переплат. «Вейв». Бронируйте на lsr.ru. Застройщик группа «ЛСР». Рассрочка застройщика на срок до 6 месяцев. Первый взнос 20% без удорожания. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Нет. Это не джинсы так сели. Это картошка жареная так легла. Рекламная служба русского радио. 579-7799, код 499. Вечер, пятница, а на мне нет лица. Слезы катятся, я обновляю WhatsApp. Ты тоже сам не свой, и в планах на выходной. Гордость, а не любовь, друзья и алкоголь. Закат утонет в бокале, и мы по полной попали. Оба несчастных фатально, но с виду будто и стали. Звонить я первый не стану, ведь гордость сильнее драмы. Так много этой фальши, но мы играем дальше. А музыка звучит, и я чувствую бит. Есть миллион причин сказать друг другу прости. Радио. Золотая история. Шура. Отшумели летние дожди. Отшумели летние дожди. Но сказала осень зиму жди. Но не стала осень зиму ждать. Остаюсь я с вами зимовать. We'll be right back.
и снег, и дождик, а может быть и солнце лучик напомнил нам Шура. Слушайте, ну на лучике в этом году погода с нами щедра, безусловно. Вспомните, когда такое было последний раз, чтобы в конце сентября был прогноз на 26 градусов. Я не помню, и не надо здесь про глобальное потепление, просто год на год не приходится, поэтому наслаждаемся пока можем. И мне кажется, что если любого из нас спросить, нравится ли вам такая погода в конце первого месяца осени, мы все как Наталья Подольская ответим, конечно, да. Спасибо, что не отпустил. Те самые звездные гости. Самые-самые. Сегодня в гостях актриса Ольга Дипцева. В вечернем шоу Аллы Довлатовой на русском радио. Реклама. Сегодня вершина достигает тот, кто не соглашается на компромиссы. Именно поэтому мы создали премиальную линейку полностью синтетических моторных масел ZigTop с современными присадками и допусками ведущих мировых автопроизводителей. ZigTop – премиальное моторное масло из Южной Кореи. Ваши друзья, наши друзья. Советуйте Альфа-банк и получайте 1500 рублей за каждую рекомендацию. И про друзей не забудем. Они тоже получат деньги. Узнайте, как заработать на alfabank.ru. АО «Альфа-банк». Думаешь о продаже машины? Запишись на продажу в CarPrice. Там тебе не один человек цену дает, а десятки и сотни. Почему сейчас спрос вырос? Цены стали выше. Записывайся на carprice.ru. У моего босса неповторимая внешность. Потому что его дизайн запатентован. Потому что он «Диван-босс». Новая коллекция «Диван-босс» уже в салонах «Диван-босс». «Диван-босс» – главный в доме.
Сухой или влажный кашель? Не имеет значения. Рингалин – препарат для борьбы с кашлем любого типа у взрослых и детей с 3 лет. Удобный в применении, проверенный в лечении. И сухой, и влажный кашель с рингалином нам не страшен. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом. Росбанк все меняет. Теперь бизнес выбирает. Владельцы стартапов выбирают. Владельцы заводов выбирают. Все бизнесы выбирают. Создайте свой бизнес-микс с РКО Росбанка. Росбанк – настоящие возможности для бизнеса. РКО – расчетно-кассовое обслуживание. Подробные условия и порядок получения пакета услуг на сайте rosbank.ru. АО «Росбанк». Генеральная лицензия номер 2272 от 28 января 2015 года. Реклама. Все мы грустили, когда закончился сериал «Папины дочки». Он дарил нам тепло и помогал в трудных ситуациях. Девочки! Не вернуть конфеты. Мы находили себя в главных героях. Я никогда не писала сочинение меньше, чем на 5. И этой осенью мы ответим на главный вопрос: что было дальше? У меня на плечах 4 дочери. И спасибо за это вашей. «Папины дочки» новые. Сегодня в 19:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет. Если ваш муж отдает вам ребенка только на кормление, а сам и купает, и спать укладывает, бабы, не спугните! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499. На русском. Случайности вообще не случайны. В руках вселенной все наши тайны. Всем привет, это Мод. И вы слушаете мою новую песню «Случайности не случайны» на русском. Русское радио. А что если завтра уже...
уже в рассинхронах, в душе наших комнат уже ничего. Что если слишком случайный знакомый окажется ближе других и того? Я напишу в душе твое имя, зову судьбы немного чернила. Бог раскидал знаки по всему миру, чтоб навсегда быть твоим анонимом. Случайности вообще не случайны, в руках вселенной все наши тайны. На прощанье обещания и случай научит нас. Случайности вообще не случайны, в руках вселенной все наши тайны. На прощанье обещания и случай научит нас. Что в жизни все не случайно. Я напишу в душе твое имя, зову судьбы немного чернила. Бог раскидал знаки по всему миру, чтоб навсегда быть твоим анонимом. Но только теряю, мы осознаем, что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны. В руках вселенной все наши тайны. На прощанье обещания и случай научит нас. Случайности вообще не случайны. В руках вселенной все наши тайны. На прощанье обещания и случай научит нас. Что в жизни все не случайно. Фатализма от мота, случайности не случайны. Новая песня, если теплое чувство появляется в вас, когда вы слушаете это потому, что мы начинаем верить в то, что все классное, что происходит с нами, оно происходит действительно не случайно, а потому что мы этого заслуживаем. Ну а все неприятности, вот это действительно случайно, и пусть будет недолго. Что у нас впереди? Прямо сейчас программа про автомобили. Всех интересует, будут ли нас штрафовать за видеорегистратора на лобовом стекле. Думаю, сейчас мы это выясним. Про автомобили на русском. Всем привет, с вами Андрей Осипов. Много шуму наделало постановление правительства, предоставившее сотрудникам ГИБДД дополнительные возможности по контролю за техническим состоянием транспортных средств. Главным триггером громких обсуждений стал пункт о дополнительных предметах, затрудняющих обзор, который, опасаются автомобилисты, фактически вводит запрет на использование видеорегистраторов на лобовом стекле. Скажу сразу, ничего подобного. Этот пункт был раньше. Но на фоне шумихи с разъяснениями пришлось выступить даже главе ГИБДД Михаилу Черникову, который однозначно сказал, за регистраторы штрафовать не будут. Те же, кто попробует это сделать, незамедлительно подвергнутся серьезному взысканию. Словом, фиксируем, если хочется, и впредь. Мнения, комментарии, предложения приветствуются на страничках Русского радио в социальных сетях. С вами был Осипов. Про автомобили. На русском. Русское радио. Ты подобрал к сердцу пароль. На белом коне рыцарей так много, а вот толку ноль. Не нужен никто, только герой. Ведь из принцессы королеву может сделать лишь король. На моем троне не говорил никто со мною в таком тоне о любви. Я на витоне, но ты же знаешь, как никто, что сердце этим не согреть и не излечить. Я слышала давно, что в мире лучше нет друзей для девушки, чем 100 карат. А ты сияешь ярко в моем сердце без огней. Это мой бриллиант. Ты подобрал сердцу пароль.
званцы сыпят розами и нежными люблю. Кто у престола без лишних слов покажет делом ту любовь под силу, что только королю. Я слышала давно, что в мире лучше нет друзей для девушки, чем сто карат. А ты сияешь ярко в моем сердце без огней, ведь ты мой бриллиант. Ты подобрал к сердцу порой на белом коне рыцарей так много, а вот толку ноль. Не нужен никто, только герой. Ведь из принцессы королеву может сделать лишь король. Как подобрать к сердцу пароль? На белом коне рыцарей так много, а вот толку ноль. Не нужен никто, только герой. Ведь из принцессы королеву может сделать лишь король. Ну и что, что лето закончилось? Зато зима еще не началась. Вроде. Русское радио. Осень. Четными и нечетными радиоэфирными волнами
нас кто-то встретит еще. Снова бегут по небу облака. Открывая внизу города, в этих районах мы скроемся наверняка, мы скроемся наверняка. Наши сердца не разлучит никто никогда, никогда. Горячие сердцем нас топят надежды, но мы верим, как прежде. Руки вселенной держат нас, и льется любовь прямо сейчас. Разольется любовь, моя любовь, разольется по венам моя любовь. Твое сердце согреет моя весна, разольется любовь не напрасно. Разольется любовь, моя любовь, разольется по венам моя любовь. Твое сердце согреет моя весна, разольется любовь не напрасно. Снова бегут по небу облака, бегут облака. Мягкими перьями белыми укрывая внизу города. В этих районах мы скроемся наверняка, мы скроемся наверняка. Наши сердца не разлучит никто никогда, никогда. Полина, Дима и Антон. В стране включают утро. Зовут гостей со всех сторон. И поступают мудро. Завтра в гостях у русских перцев Гаязов Бразерс. Слушайте с 7 утра по будням. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы. На русском радио. Реклама. Отеки – неприятная проблема. Они могут появляться на лице, на ногах, пальцах рук, после долгого перелета. Видов отеков много. А лимфомиазот один. Лимфомиазот может помочь улучшить естественный лимфодренаж, чтобы стоком лимфы избавить организм от лишней жидкости и токсинов. Курс приема 8-12 дней. Лимфомиазот. Твой помощник при отеках. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Как сделать жизнь проще? Оформить полис ОСАГО в Тинькофф Страховании. Рассчитываем цену полиса за одну минуту онлайн. В случае ДТП выплачиваем деньги по ОСАГО за один день. Оформи ОСАГО в Тинькофф Страховании и получай выплаты при ДТП всего за день. АО Тинькофф Страхование. Лицензия Банка России ОС-019103. Подробности на сайте tinkoffinsurance.ru. 0+. У ИРВИшки детям не игрушки. Советуем маме готовиться заранее. Анаферон детский для профилактики и лечения ОРВИ и гриппа активирует естественный иммунитет ребенка. Анаферон детский. Защита детишек от ОРВИшек. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. В какой момент бумажные кораблики приводят к открытию новых морских течений? А игра в больницу – к разработке инновационного препарата для лечения болезней сердца? На эти вопросы могут ответить молодые российские ученые, чьи достижения становятся гордостью страны и выводят ее на новый уровень. Приобщайтесь к десятилетию науки и технологий. Узнайте про научные специальности на сайте наука.рф. Нацпроект «Наука и университеты». Инициирован президентом России. 0+. Покупайте в Е-аптеке. Дарим скидку 450 рублей на первый заказ по промокоду Е-аптека450. С Е-аптекой выгодно. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробности на сайте еаптека.ру. ООО «Е-аптека». Москва. ОГРН 114-774-663-1988. 18+. Откуда продукты? Из ленты «Вестима». Народ покупает, а я развожу. А где заказать можно? Где вам удобно. В ленте онлайн просто кнопку нажать. В сервисах разных. В желтом, зеленом. А вот и зеленый. Пора мне бежать. Заказывайте любимые товары в ленте онлайн или другом удобном вам сервисе. Дистанционная продажа товаров осуществляется с использованием мобильного приложения «Лента онлайн» или веб-сайт online.lenta.com. ООО «Лента», Санкт-Петербург, ОГРН 138-32-048-605. 6+. Лучшая ипотека в России в Альфа-банке. Держим ставки 5,6%, а лимит на новостройки увеличиваем до 30 миллионов рублей. Рассчитайте онлайн на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
калории – это такие мелкие пакостники, которые приходят ночью и ушивают твою одежду. Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499. Слышал, подпевал. Оно очень сложно удержаться. Ну что, прохладный плен сентября в этом году особенно удался, правда же? Со звездными морями, правда, напряженка, кометы все уже пролетели. А суперлуния случились, кто не успел, тот опоздал. Но, слушайте, организовать себе звездное небо мы можем всегда, иначе на что нам дадено воображение? Светлана Казаринова на Русском радио. Спонсор часа ООО «Лаборатория Гемотест». Программа проверки здоровья «Страна Гемотест». Комплексные чекапы для взрослых и детей по специальной цене и консультация врача в подарок. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Я так привыкла жить одним тобой, одним тобой. Встречать рассвет и слышать, как проснешься не со мной. Мне стало так легко дышать в открытое окно.
повторять, повторять ей лишь одно. Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог шла босиком, не жалея ног, сердце его теперь в твоих руках, не потеряй его и не сломай. Что мне нести вдоль ночных дорог, пепел любви как сбив ноги в кровь, пульс ее теперь в твоих глазах, не потеряй его и не сломай. И в январе пусть бьется серый дождь к нему в окно, пусть обнимает не меня, но помнит все равно. И пусть случайно твое имя вслух произнесет, и пусть молчит, что все же помнит. А за окном сжигают фонари проклятый дождь. Ой, нежный мальчик, ты прости меня за эту дрожь. И пусть сквозь слезы прошептала тихое прощай. Не забывай, не забывай. Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог шла босиком, не жалея ног, сердце его теперь в твоих руках, не потеряй его и не сломай. Что мне нести вдоль ночных дорог, пепел любви в руках сбив ноги в кровь, пульс ее теперь в твоих глазах, не потеряй его и не сломай. Что нести вдоль ночных дорог, пепел любви в руках сбив ноги в кровь, пульс его теперь в твоих глазах, не потеряй его. Спонсор выпуска ООО «СМ Клиника». Сеть медицинских центров для взрослых и детей. Работает для вас ежедневно без выходных. «СМ Клиника» для здоровья всей семьи. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Погода прекрасная. Плюс 20, легкие облака. Завтра тоже облачность, но уже плюс 24 обещают нам. В четверг 21, в пятницу 24, а в субботу и воскресенье на небе не облачко. И плюс 26. Такой прогноз. Реклама. Что можно получить за 5 900 000 рублей? Если речь о новом комплексе движения Говорова от компании ФСК, то жизнь на юго-западе Москвы, просторные планировки с готовой отделкой и даже кухню со встроенной бытовой техникой под ключ. Все это входит в 5 900 000 рублей. Выгодное предложение. Стоит рассмотреть. Движение Говорова от компании ФСК. Застройщик ФСК движения. Проектная декларация на наш.дом.рф и fsk.ru. Я старший советник Ван Чжэн. Спасибо всем автовладельцам, купившим новые машины «Фаворит Моторс». Объявляю, все автомобили с пробегом, сданные по программе «Трейд-ин», будут продаваться напрямую через автосалоны «Фаворит Моторс» по очень хорошим ценам. Из первых рук теперь берите авто с пробегом в «Фаворите» на сайте favorit-motors.ru. «Чижик» – продуктовый магазин «Что надо». Без сумасшедших наценок за дорогой ремонт, раздутый штат сотрудников и звезд в рекламе. Поэтому за те же деньги в «Чижике» вы можете купить больше качественных продуктов. Очень сливочный плавленый сыр Светаева всего за 169 рублей. «Чижик». Адреса магазинов качественных продуктов на сайте «Чижик.клаб». Цены указаны в рублях и действуют до 27 сентября. ЖК «Мой адрес» на Клинской. Это квартиры комфорт-класса в современном монолитном корпусе на севере Москвы у станции метро «Беломорская». Богатая инфраструктура, удобная транспортная доступность, уникальный природный ландшафт. Доступная ипотека с господдержкой. Старт продаж. Сделай шаг навстречу мечте. Москва. Клинская. Дом 2А. Корпус 7. Это Маша. Она совершает свой первый заказ на «Аптека.ру». Со скидкой. Уже 12%. Успей и ты. «Аптека.ру». Сервис по поиску заказа лекарств и медтоваров. Акция действует по 30 сентября включительно. Информацию об организаторе акции и правилах ее проведения можно узнать на сайте и в мобильном приложении «Аптека.ру» в разделе «Акции». Реклама 18+. Осенние дожди, слякоть, промозглый ветер. Погода шепчет...
Только в сентябре скидки до 14% на квартиры в жилом комплексе «Интеллигент» на Яузе. Простите, что? Подробности по телефону +7 495 320 39 39 или на сайте dom-intelligent.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ТПУ «Электрозаводская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. И пошли мама с папой в Каширский двор и купили мне красивую кроватку, ночник, обои с лисичками и... И обустроили современную детскую комнату, выбрав все в одном месте. Каширский двор. Все для ремонта детских, чтобы ваш ребенок был доволен. Каширское шоссе 19. Ждем вас. kdvor.ru. Сбермаркет запускает осенний кэшбэк. Получайте 30% бонусами за покупки из любимых магазинов. Главное — войти по Сбер-ID. Сбермаркет. Заказывайте выгодно. Боинг Самар Сервис. Город Москва. ОГРН 118-770-649-1280-12. Мысли материальны. Мы слышали, что вы давно ждете. Мы с радостью сообщаем, что мы стартовали с новым проектом «Белый мыс». «Инград» представляет новый жилой квартал в Мытищах «Белый мыс». Выгодные цены на квартиры на старте продаж на inград.ru. Звоните с мобильного. /22/05. ООО «Специализированный застройщик Фортуна». Проектная декларация на наш.дом.рф. Звоните сейчас. /22/05. Иногда думаешь, вот оно счастье. А нет, опять опыт. Рекламная служба русского радио. 5797799, код 499. Тебя на все, ради тебя на край. Это любовь, просто рай. Не перегорай. Я в твоих глазах тону вновь. Разве это не любовь? Ради тебя на все, ради тебя на край. Это любовь, просто рай. Не перегорай. Я в твоих глазах тону вновь. Разве это не любовь? Время покажет, куда каждый примеряет роль. Люди играют слова, люди играют в любовь. Кто-то тонет во лжи, создавая миражи. А я хочу тобою жить. Поверил я, но все еще потеряно. Поверил я, любовь не знает времени. Будто во сне мы летаем, как снег. В объятиях и для всех нас нет. Ради тебя на все, ради тебя на край. Это любовь, просто рай, не перегорай. Наша любовь как цветок, на фоне серых цветов. На, против себя вижу ту, в ком нашел мечту. Поверил я, не все еще потеряно. Поверил я, любовь не знает времени. Будто во сне мы летаем, как снег. В объятиях и для всех нас нет. Ради тебя на все, ради тебя на край. Это любовь, просто рай, не перегорай. Я в твоих глазах тону вновь. Разве это не любовь? Ради тебя на все, ради тебя на край. Это любовь, просто рай, не перегорай. Русское радио. Субтитры.
звучит у русалки горе. И пускай заря в пену превратит, но любовь моя в небо улетит. Капли на щеках, солонее море. Как смешно звучит у русалки горе. И пускай заря. Миллионов слушателей в России и зарубежье. Крупнейшая радиосеть в мире. Мы больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском. Здравствуйте, в студии Вячеслав Цыба. В Госдуме открылась осенняя сессия. Депутатам предстоит рассмотреть больше 1000 законопроектов. В том числе необходимо принять проект федерального бюджета, который будет дефицитным. То есть расходы казны будут превышать доходы. По расчетам Министерства финансов, в следующем году бюджетный дефицит превысит 2 триллиона рублей. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал еще несколько приоритетных законопроектов, которые депутаты должны принять осенью. Речь, в частности, идет о выполнении поручений президента. Блокадникам и защитникам Ленинграда выплатят по 50 тысяч рублей. Такой указ подписал президент России. Согласно документу, единовременная выплата участникам обороны Ленинграда и тем, кто пережил блокаду города, будет произведена в декабре и январе. Деньги получат люди, постоянно проживающие в России, Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Блокада Ленинграда длилась 872 дня с осени 41 по зиму 44 года. К другим новостям, в России предложили запретить брать льготную ипотеку без прописки, чтобы остановить скупку квартир с инвестиционной целью. С такой инициативой выступил Думский комитет по строительству. Там отметили, что сейчас многие заемщики используют субсидируемые программы для приобретения жилья в Москве, Петербурге и на Кубани, хотя сами там не проживают, а начинают тут же сдавать льготную ипотечную квартиру в аренду и тем самым еще больше разгоняют цены на недвижимость. Последние россияне стали чаще ездить на отдых в Китай. Спрос на путешествия в КНР нынешней осенью вырос вдвое. Это по сравнению с доковидным 2019 годом. Китай долгое время был закрыт для туристов. В марте Пекин возобновил выдачу россиянам всех типов виз. Кроме этого, появились прямые рейсы из Москвы, Петербурга, Владивостока и других российских городов в Пекин, Шанхай и многие другие китайские мегаполисы. Развитие событий в следующих выпусках ближайший менее чем через час. Вячеслав Цыба, служба новостей.